Добрый день, с вами компания Metal Master. Сегодня мы расскажем вам о нашей новой ассортиментной группе в станочных тисках Metal Master, предназначенных для работы со всеми основными типами металлорежущих станков. Занимая ведущую роль на рынке производства и поставок металлообрабатывающего оборудования, компания Metal Master постоянно сталкивалась с запросами клиентов, которые хотели скомплектовать наши станки необходимой оснасткой разнообразного назначения, в том числе станочными тисками, необходимыми для большинства операций – сверления, точения, шлифования и фрезерования. В результате, к началу 2020 года мы смогли предложить покупателям почти полностью законченную линейку оснастки для различных типов станков. Покупатели ленточно-пильных станков уже успели оценить высокое качество пильных полотен Metal Master. Любой покупатель токарных станков может приобрести у нас все, что ему потребуется. От люнета и вращающего центра до сверлильного патрона. С пополнением ассортиментного портфеля за счет новых брендовых резцов законченный вид приобрела наша группа режущего инструмента для токарных станков. Новые станочные тиски Metal Master дополнили без того широкий спектр предлагаемых нами аксессуаров. Именно о станочных тисках мы поговорим сегодня. Перейдем к обзору тисков. Начнем со сверлильных тисков моделей ТС и ТСУ. Это наиболее доступные типы тисков. Тиски серии ТС выпускаются в трех вариантах ширины губок: 75, 100 и 125 мм, с расходом губок 55, 90 и 110 мм. Тиски серии ТСУ выпускаются в двух размерах, с шириной губок 100 и 150 мм и с расходом губок 90 и 130 мм. Особенностью данной модели является их плавная работа за счет использования точной направляющей губок, прижимного вала с трицепивитной резьбой, неподвижная съемная губка с призматическими продольными поперечными выемками для фиксации цилиндрических заготовок, а также множество вариантов сборки на рабочем столе с помощью продолговатых отверстий. Рассмотрим тиски крестовые неповоротные серии ТК. Данная модель тисков с двумя суппортами и ручным приводом. Предназначена для использования на фрезерных, шлифовальных и сверлильных станках для крепления обрабатываемых деталей и заготовок. Корпусные детали тисков ТК изготавливаются из высококачественного чугуна. Губки тисков закалены. Особенно удобно будут тиски при обработке относительно малых заготовок. Закрепленная деталь может быть перемещена в горизонтальной плоскости в двух взаимоперпендикулярных направлениях по направляющим путем вращения рукояток винтовой подачи. Тиски серии ТК представлены в трех размерах с шириной губок 75, 100 и 125 мм. Рассмотрим тиски серии ТИС. Данная модель тисков представлена в одном единственном типоразмере с шириной и расходом губок 100 мм. Тиски типа ТИС обеспечивают точный зажим и позиционирование заготовки. Левые и правые стороны и задняя часть тисков обработаны с высокой точностью. Все скользящие поверхности губок и ходовой винт отшлифованы. Пазы на левой и правой стороне основания предназначены для надежного крепления тисков к столу. Перейдем к прецизионным поворотным тискам серии ТСТ-ПП и к фрезерным поворотным тискам серии ТФПП. Тиски серии ТСТ-ПП и серии ТФПП предназначены для использования на фрезерных и шлифовальных станках для крепления обрабатываемых деталей и заготовок на стадии финишной обработки и доводки поверхностей. Они применяются в единичном, мелко- и среднесерийном производстве. Тиски серии ТСТ-ПП представлены в трех размерах с шириной губок 80, 100 и 160 мм и расходом губок 60, 75 и 120 мм. Тиски серии ТФ-ПП представлены в двух размерах с шириной губок 100 и 160 мм. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из высококачественного чугуна. Губки тисков закалены. Поворотная база корпуса на обеих моделях градуирована по шкале с шагом в 1 градус. Шкала определена гравировкой, что обеспечивает качество и длительность эксплуатации тисков.
Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивают точностные характеристики базирования закрепляемых заготовок, которые представлены в таблице. На модель ТФПП вал зажимного винта опирается на игольчатый подшипник, что обеспечивает большую плавность хода винта. Перейдем к двух- и трехосевым моделям тисков ТСТП-2Х и ТСТП-3Х. Тиски станочные прецизионные двухосевые ТСТП-2Х предназначены для фрезерных, шлифовальных, сверлильных и слесарных работ, требующих крепления обрабатываемых деталей под углом к вертикальной плоскости. Угол поворота вертикальной плоскости 90 градусов, горизонтальный 360 градусов. Тиски данной серии представлены в трех размерах с шириной губок 100, 125 и 160 мм. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из высококачественного чугуна. Перейдем к трехосевой модели ТСТП-3Х. Многофункциональные тиски станочные прецизионные трехосевые ТСТП-3Х предназначены для фрезерных, шлифовальных, сверлильных и слесарных работ, требующих крепления обрабатываемых деталей под углом к вертикальной плоскости. Угол поворота вертикальной плоскости 90 градусов, вправо-влево 45 градусов, в горизонтальной 360 градусов. Данная модель имеет ширину и расход губок 105 мм, высота губок 40 мм, ширина крепежного паза составляет 14 мм, масса тисков 25 кг. Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точностные характеристики базирования, представленные в таблице. А сейчас мы продемонстрируем работу на трехосевых тисках модели ТСТ-П3Х. С вами была компания Metalmaster. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До свидания.